Нет, бро, с тобой воблер и сталах за 3 секунды, чтобы тебя не похитили инопланетяне и не вставили анальный зонд. Считаю. 1, 2, 3. Молодец, что успел поставить лайк, а мы продолжаем играть за пришельца, который хочет уничтожить всю планету Земля. Но для начала нам надо собрать информацию об этой планете и взять, конечно, гены. Отлично, Крипто. Солнечная Санта-Модеста. Для начала отыщи в этом городке альфа-самца. Возможно, тогда мы, наконец, сумеем понять, как у людей устроена эта их идиотская социальная иерархия. Крипто, первым делом ты должен замаскироваться под человека. Выполнение задания требует абсолютной неприметности. Если кто-то увидит тебя настоящего, все пропало. Ну что же, бро, мы с тобой продолжаем играть за пришельца, и реально у нас непростая задачка. Мы должны выполнять задания, а также искать здесь дронов, потому что дроны нам помогают собирать ДНК, за которые мы прокачиваемся. Я переиграл прошлые миссии, по которым ты видел вообще ролики здесь на канале, и хочу сказать, что я уже выиграл в то, что сейчас я буду играть, потому что вчера вечером не вышла серия по этой игре, так как у меня запоролась запись, и получилось так, что нельзя переигрывать уровни заново. Ты понял? Потому мне пришлось реально все переиграть, и это очень, конечно же, плохо. Для того, чтобы наша голова себя не пропадала, мы можем просто читать мысли. Нет! Не то! Отлично. Я думал, что сейчас пропадет. Не ту кнопку нажал. Сорян. Так, эрочкой. Дело в том, что мысли людей здесь довольно интересные. Потому что у каждого человека есть свои мысли. Они одноразовые. А также люди довольно интересные вещи говорят. Один мужчина говорил, что он ходит без трусов. Другая женщина сказала, что у нее красные дни. Я думаю, многие понимают, кто не понимает. Ну, ничего, когда-то поймете. Ну да ладно. Бежим вперед. Мы должны сканировать людей. Потому, давай мы читаем их мысли. Мы когда читаем мысли, мы подзаряжаем нашу головасию. Мы должны собирать дронов. Также надо опасаться воды. Потому что вода будет нам мешать. Она как-то плохо влияет на нашу маскировку. Так, дроны, покажите, мне нужны дроны. У нас очень много уже ДНК, мы после этой миссии жестко прокачаем нашего инопланетянина. Потому, дружище, вот, мне сегодня выходные трусы. Короче, реально, очень смешные моменты, игра довольно крутая. То есть игра предполагает собой, что ты должен бегать по карте, собирать дроны, читать разные мысли для того, чтобы поддержать свою маскировку и узнавать какие-то интересные, веселые полезности. Но если есть, конечно, озвучка, это круто. Но когда тебе надо смотреть вперед и читать все эти мысли, которых миллион здесь, ну, это не совсем хорошо. То есть косяк игры — это озвучка, да? Да. Так, пошли вперед. Я не вижу дронов. Алло, где дроны? Сканируйте гуманоидов на вечеринке у бассейна. Берем мысли этой дамочки. А что это я дронов не увидел? Но они мне нужны. А, вечеринка — это закрытая зона. То есть мне надо, наверное, вселиться в специальных людей, которые на этой зеленой зоне, да? Хотя это зеленая зона, это в красной надо специальный иметь пропуск от гуманоида, да? Специальную маскировку. Здесь мы заходим. Угрозы для Головасии. Агенты Маджеста используют приборы, создающие помехи. Они сбивают работу Головасии и мешают сканированию мысли. То есть надо их избегать. Это те люди в черном, которых вы видели в первой серии. Если агенты Маджеста находятся под действием команды «забудь» или «отвлечены», они не понимают, что перед ними Головасия. Импульсные мины нужно разряжать, чтобы они не создавали помехи для Головасии. Чтобы не встречаться с агентами и импульсными минами, проверяйте радиус угрозы на миникарте. У нас есть помехи Головасии. Вот мы видим чувака, агента. Мы, конечно же, можем сканировать мысли, да? А что мы? Опа. Сканируем. Сканировать мысли на вечеринке. А вот дамочка что-то говорит. Надо убраться отсюда, пока мэр не подошел. А то этот старый кобель уверен, что кого угодно можно облапать, и ему ничего не будет. Да, она хочет уйти с вечеринки. Чувак стоит такой деловой. Проходим аккуратно, надо еще мысли сканировать. А этот же чувак, в принципе, тоже
Считается он на вечеринке или нет? Давай мы просканируем полицейского. Чему нас в академии учили? Не лезь ножом на перестрелку? Нет, это я что-то не то загнул. А чему тогда? О, смотри, девчуля сидит возле бассейна, ноги мочит. Давай мы ее тоже просканируем. Просканируйте мэра. Смотри, что мы... Ага. Мы можем... Ай-яй-яй, помехи, смотри. Мне надо срочно прочесть чьи-то мысли. Вот этого, давай. А то сейчас маскировка слетит. Отлично. Ну что, плохиши, вылезайте из своих нор. Я вам устрою праздник непослушания. Пусть эта дамочка что-то творит. Вот это возле бассейна. Пусть она показывает интересные вещи. Нажимаем С. Может, она танцевать будет? Давай. Оп, оп. Оля-ля, все пошли. Агент тоже пошел. А он отвлечен. Мне надо срочно сейчас просканировать мысли полицейского, чтобы пополнить свои запасы. Вот стоит мэр. Так, я нацелился на него. И читаем его мыслишки. У меня же столько власти. Так почему я никак не могу отменить эти тупые вечеринки у бассейна? Ну хоть танец маленьких утят запретили. Артопокс. Придурок этот мэр. И вечеринка убогая. Пора тут все разгромить, чертям. Ну что, ладно, давайте устроим, ребята, здесь веселые вещи. Топим гостей. Берем чувака, тоже топим. Всех топим, мэра топим. Куда ты уходишь? Блин, я не то беру. Давай, мэра, в воду. Учись плавать. В бассейне. Давайте, смотрите, ребята, сейчас устроим здесь групповое плавание в бассейне. Так, кого еще надо? Вот спрятался. Дружище, тони. Давай и полицейского сюда, и тебя сюда. Так, так даже быстрее. Так, кто по нам стрелять? Бери сюда в бассейн. А вот еще. Мы всех утопили? Нет. Кто-то по мне стреляет. Ой, ну почти утопил. Поплавай в бассейне, дружище. С гостями я разобрался. Вот кто-то... Это газонокосилка. На! Поджарим его. Ты неплохо справился, Крипто. К сожалению, ты привлек внимание местного служителя правопорядка. Будь осторожен. Чтобы справиться с полицейскими Санта-Модеста, тебе понадобится новое оружие. Я разблокировал лучевой дезинтегратор. Опробуй его на легавых. Итак, лучевой дезинтегратор. Круто. Уничтожить полицейские машины. У меня даже есть патроны, ребята. Я могу переключаться. Давай я переключаюсь на лазер. Надо полицейская машина одна. Ой-ой-ой, по мне жестко стреляют. Вот полицейская машина. Давай мы ее уничтожим. А, меня убили? Слушай, надеюсь, что мне не придется полностью миссию переходить. Ты чё? Уничтожена дикая обезьяна. Разлагающийся труп отравляет воздух в пригороде Санта-Модесты. Это меня убили? Они меня обезьяной назвали. Переиграть этот уровень. Ну, стреляем. Минус машина. Отлично. Бьем. Надо машину уничтожить. Где еще машины? А вон полицейская тачка. Давай, бьем по ней. Еще две где-то. Ну тут еще и полицейский, правда. Где машины? Машины ваши где? Так, не вижу, бьем. А вот полицейская машина. Давай, бьем. Отлично, разнес. Надо, чтобы подзарядилось у меня все. Дрон! Иди ко мне, красавчик хороший. Мне еще надо одну машину. Но я не вижу полицейских машин больше. А, вот. Давай, у меня патроны закончились. Переключайся на другое оружие. Ну? Машину-то убьем. Отлично. Прячемся. Что мне еще нужно сделать? Полицейских мучим. Убейте копов. Еще двоих надо сделать, ребята. На, лети, я его подкину. Ты хочешь летать? Лети! Я научу тебя летать. Ты хочешь быть супергероем? Задание выполнено. 100%. Ха-ха, замечательно. Сейчас мы с тобой прокачаем нашего инопланетянина.
Безумие на вечеринке в мотеле. Молодое поколение Санта-Модесты охватила джазовая истерия. Да, газеты врут. СМИ всегда врут. За наши миссии мы насобирали 8125 ДНК. Сейчас мы прокачаем нашего инопланетянина, так как мы играем им чаще всего. То есть на тарелке летаем мы реже. На некоторых прокачках у нас стоят замки. Они нам недоступны, но зато те, которые желтые, мы можем качнуть. Иридиевый дуговой разветвитель. Электродуга соединяет в ряд несколько объектов. Первой цели в цепи получает наибольший урон. Несколько целей. Это реально круто. Давай также внизу увеличить зарядную емкость батарейки. Флюкс-накопитель мы прокачали. Что у нас есть еще? Метаризиальный вариант альфа. Увеличивает зону заражения при взрыве человеческой головы. Ну, не знаю, надо ли оно вообще нам. Компенсационная терапия. Она относится к нашему телекинезу. Небольшие левитирующие предметы при броске движутся быстрее. Наносят больше урона, бьют в цель, как если бы они были размером с человека. Вот это, мне кажется, стоит прокачать, конечно. Потому что мы часто бросаем предметы, и надо, чтобы у них урон был больше. Некортикальный анализатор. Увеличивает срок действия головоосей при считывании новых мыслей. Давай мы прокачаем его. Так, что мы еще можем прокачать? Что нам открыто? Здесь у нас сейчас будет второй уровень, так как первый я прокачивал в прошлой игре, которой у меня осталась сохранка, но я начал новую. Получается, что она тоже автоматически прокачалась? Да, ну да ладно, качаем дальше. Дальше у нас лучевой дезинтегратор. И что у нас тут такое? Протоневая обойма увеличивает емкость лучевого дезинтегратора. Прикольно, стоит 2000. Качаем. Вот для чего, ребята, нам нужны дроны. Потому, конечно, если просто проходить по миссиям здесь в игре, то будет очень быстро. Но нам нужны именно ДНК для прокачки нашего пришельца. Кумулятивный огнемет. Непрерывный поток огня постепенно увеличивает урон настоящей цели и может ее воспламенить. Короче, будет у нас еще и огнемет. Так, анальный зонд качать не можем. Здесь не можем. Щит. Давай мы щит-укрепитель. Усиливает мощность щита крипта. 1000. Как раз на щит нам все и осталось. Ты видишь, мы круто, в принципе, все прокачали. Движемся дальше. Выбираем нашу миссию. Просто мы нажимаем начать задание, и нас куда-то закинет. Держитесь, людишки несчастные планеты Земля. Мы летим к вам. Да нет в них ничего такого. Внешность может быть обманчива. Городские гуманоиды более хитрые и злобные. Хлипкие. И сложно обмануть. Так что держи ушки на макушке. Только не на виду. Давай сюда. Пригаси волну. Ну что такое? Мы получили добро на первый этап. Наш парень внутри ждет сигнала. А запись... В портфеле. С нужного места мотать не надо. Воздействие на подсознание через телевизор. Интересно, что Маджестик выдумает в следующий раз? Мне-то откуда знать? Ты про риторический вопрос что-нибудь слышал? Не. Ладно, проехали. Снова эти чертовые костюмы. Что такое Маджестик? Точно не знаю, но у меня зародилась идея, Крипта. Подожди, дай найду чем записать. Если мы хотим достичь успеха, недостаточно просто читать мысли гуманоидов. Необходимо их контролировать. Собирать мозговые стволы будет проще, если сперва, так сказать, подмазать шестеренки. Это же расплюнуть, да? Как мы это сделаем? Твои друзья в черном указали нам правильное направление. Артопокс, не отставай от черного седана. Тебя обгоняет машина, которая даже летать не может. Уничтожить машину Маджестика. Дополнительное задание, уничтожьте машину взрывчаткой. Стоп, а где я возьму взрывчатку? Рывок, shift. Люди в черном вот сбегут. Да никуда они не сбегут, у нас есть с тобой бро. Вау, нормально, футбольное поле. Давай, мы полетели. У нас есть джетпак. Рывок. Давай мы сейчас вот так вот. Оп, а что ты тут закапывал? Слушай, чувак. Рывочек. Странный персонаж на самом деле. Что он там делал ночью?
О, я вижу, ребята, дрон. Я теряю самообладание. Мне нужен этот дрон. Давай. Куда они нас приведут? Давай еще выше. Полетели. Опа, мы можем, в принципе, на них скинуть бочку и уничтожить машину. Но мы должны проследить. Куда вы едете, ребята? Что вы кружите? Взрывчатка. А где я возьму взрывчатку? Стоп. Уничтожить машину взрывчаткой. А если на них просто бочку сброшу? О! А вот и моя тарелка. Привет, тарелочка. Так, они поехали. Давай мы полетим. Падаем наверх. Надо перезарядить наш джетпак. Давай еще включаем. Они наверх едут. Воу. Ха-ха, чуть не упал. Вон куда они поехали. А ну смогу я перелететь? Давай сбрасываем. Ну-ну-ну-ну-ну, не хватает тяги. Тяги не хватает джетпаку. Кстати, если будет тяга, надо ее прокачать, конечно. Куда они? Крипто! Ну что? Черный автомобиль достиг телестанции. Это катастрофа. О, зачем я только выбрался с утра из гипербарокамеры? Будьте прокляты, жалкие человечишки. И что дальше? Не, ну можно было их, конечно, прикончить. Задание провалено. Так я же хотел понять, куда они едут. Все, сейчас сразу убью их. Популярное новое шоу выходит в эфир. Единогласно. Все обожают вечер с Бобом Блэкшертом. Мне вот интересно, где должен взять взрывчатку? Давай просто будем валить по машине и все. Давай мы. Ну? Почему машина не взрывается? На! Давай мы его прикончим, человека с чемоданом. Забрать портфель. Портфель спрятан. Уходим. Давай мы, наверное, все-таки сейчас превратимся в кого-то. Вот этого парнишку. Ортопокс. В портфеле бобина с магнитной лентой. И приказано начало эксперимента по контролю над человеческим разумом. Ортопокс. Я так понимаю, ученые гуманоидов ждут этих приказов в телецентре. А, возможно, они имели в виду вот эту взрывчатку, да, чтобы убить их. А чё я? Я ж, в принципе, что? Доберитесь до телестанции. Полетели! Давай мы возьмем взрывчатку. Давай, полиция! Привет, ребятки! Получайте взрыв! Но! Угу! Пока, до свидос! Я улетаю от вас! Гуманоиды несчастные. Так, куда нам идти? Вижу желтый луч. Пошли вперед. О, дрон, привет! Как дела? Я тебя искал. Так, а где еще дроны, кстати? А вон, наверху вижу дрон, ребята. Мне он нужен. Ай, по жопе попали. Больно. Тарелка моя там осталась. Так, полетели. Наверх давай сюда. Заберем дрон. Тут военные. Короче, весело. По мне начали палить. Дрон взяли. Промазал днище. Ха-ха. Что тут еще есть? Дроны мне нужны, дроны. Вот вижу. Вниз спускаемся. Ай, что это было? Больно? Давай выше полетим. Опа! Где еще дрон? Дроны я вижу, не вижу. Вроде бы военные ездят. Вон еще дрон. Блин, надо воду перелететь. Что это за штука, ребята? Офигеть, люди в черном какие-то. Беру дрон. А, это вот эти мины. Военные. Получайте. Давай, давай, палим по ним. Горите. Полетели. О, они просто, ребята, превращаются в пепел, смотри. Испаряются. Круто убивать людей. Здесь в игре.
Так, выбираю луч. Получай. Все, пошли, ребята, за миссией. Ага. Вон еще дроны. Ребята, мне надо миссию выполнять, а не дроны собирать. Тяжело отказаться от халявного ДНК. Все, поехали. Что у нас такое тут? Кто-то спит. Под деревом. Дяденька, алло. Что, ты на звезды смотрел и уснул? Сканируйте сонного Эрнста. Так, сканируем. Так, ага. Я взял его облик, я понял. Вот сонный Эрнст. Сканируем. Скоро я докажу, что людьми можно управлять пропагандой по телевизору. И открою собственный канал новостей. Ха-ха-ха. Да где же эти агенты Маджестика? Или они думают, Америка сама себе будет мозги промывать? Артопокс, нельзя, чтобы человечки стали подопытными крысами для сонного Эрнста. Они наши подопытные крысы. Артопокс, уничтожь сонного Эрнста, Крипта. Зажарь этого яйцеголового нарколептика. Ну, давай мы его... Куда мы его кинем, ребята? Давайте об стену. Но! Я его уничтожил? Еще разочек. Он живой? Вроде бы да. Так, машина. Давай мы ее тоже поджарим. Ух! Не, ну машина прикольная, ребята, смотрите. Селфи для машины. Привет, людишки, сразу двоих. Ну луч улучшить будет вообще круто. Ух! Походу за мной гонятся. Пошел отсюда. Человечушка несчастный. Привет, давай я бочку его кину. На! А теперь бочку кину на машину. Вот здесь. На полицейского. На военного. Улетел. Короче, нам надо туда добраться. О, дрон. Привет, как дела? Как жизнь молодая? Человек, смотри, я буду лететь вместе с человеком. Давай вместе полетаем. У-ху. Итак, Крипто, наш план. Мы используем это их телевидение в своих целях, чтобы заставить человечество подкориться великой империи Фуронов. Если ты отогнешь антенны в сторону нашего корабля, они смогут принять фуронскую программу, которую я транслирую. И это хорошая новость. Итак, ребята, у меня есть 2 минуты, чтобы разобраться с этими... А! Что вы делаете тут, пацаны? Как дела вообще? Дай свои мозги. Так, что нам надо тут разобраться? А, Е нажать. Е нажимаем. Настраиваем. У нас мало времени, ребятки. Прыжок, давай, еще летим. 2 минуты. Изогните антенны. Ну, я изгинаю, в чем проблема? А нельзя близко подходить. Пошли. Фух. Сгинаем антенны, сейчас мы с вами будем вещать. Свое телевидение. У них просто каналы были днищенские, вы поняли. Ну, там одна реклама, ничего такого. Я сел сверху. Сейчас мы запустим канал Воблер. Они посмотрят все 2400 роликов канала Воблер. У-у-у! Бассейн. Давай еще. Что мы тут забыли? Минута с копейками, там я пошел. А, вон сверху вижу дрона. Но нету времени разбираться с этим дроном. Потому что нам надо с антеннами здесь. Давай, ну, это что такое? Подожди, она, что с ней не так? Ну, я жму. Минута, вы видели, она не хотела сгинаться. Ни одному кажется, что я не успеваю, или как? Давай, давай, лети, минута осталась. Блин, а если я не успею, то надо все заново будет делать. Не хочу. Не хочу заново проходить уровень. Давай. Рывок, кстати, рывок бы прокачать. 40 секунд. Ну, видишь, то есть нельзя еще близко подходить. Надо, чтобы Е высветилось. На определенном расстоянии. Еще парочку. 30 секунд. 28. 27. 25. 24. Давай. Полетели, полетели. Вот. Последняя антенна. Ай, по мне кто-то стреляет с танка, что ли? Алло, вы чё? Успокойтесь. Сейчас возьму свою тарелку, покажу, где раки зимуют вам. Ну,
Где вообще гуманоиды должны зимовать? Поехали! Передача данных начата! Завершение загрузки! О, это просто невыразимо! Отлично, теперь увеличим мощность. Стой, Крипто! Сигнал слишком силен! Мозг у гуманоидов не выдержит такого напряжения! Кора тонка! По-моему, сейчас у людей мозги повзрываются. Крипто, скорее, загни антенну, пока они... О, как это больно, наверное. Тьфу, мерзость. Что мерзость, то мерзость. Крипто, Крипто, ты где? Пойду-ка перекушу. Задание выполнено, 86%. Пошли дальше. Молния испепелила целый квартал, 12 погибших. Электриков привлекли к суду за некачественное заземление. Ха-ха! Да, кто виноват? Конечно же электрики, это все они. У нас с тобой 2150 ДНК, я думаю, что мы прокачаем их уже в следующем ролике. А с тобой был Воблер, оставайся на канале, смотри другие видео, а также подписывайся, если ты здесь впервые. Скоро увидимся, пока.